Сегодня второй день зимы. Мы в офисе службы 1580. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что произошло за последние сутки? У нас чрезвычайных событий вчера никаких не было, по крайней мере, нам на службу не сообщали. На сегодня нам передано штормовое предупреждение. Ожидаем мы большой снегопад, мокрый снег, гололед. Температура в среднем будет днем -1, +1. Я думаю, что готовы. Техника сейчас уже работает. Опять же, работаем по большому кольцу. В принципе, сейчас прошу, что видно, что дороги сейчас уже у нас разбитые, уже каша. Поэтому я думаю, что с дорогами проблем нету. По тротуарам сейчас все заявочки, которые нам на службу приходят, мы сейчас передаем. То есть желаешь, чтобы мы к вам извините? Да, конечно, конечно, да. Все заявки мы передаем. Сейчас одну из основных задач нам на закрытие по соли завести в медицинские учреждения. Вчера должны были это уже сделать, сейчас буду уточнять. И сегодня будем развозить школу. То есть, чтобы территория, которая их нет, чтобы они тоже ее посыпали. Ну, в принципе, все спокойно за вчерашний день. Думаю, что будем сейчас. Что по домам у нас? Как с теплом? Много ли сейчас людей сегодня? Ну, пока информация все та же. Три дома. Добавился у нас дом Шевченко 11. Ваш комфорт. Его обслуживает там в подвале. Ну, там, я думаю, работы на сегодня должны его закрыть. И по маршалу Березова 66. Сейчас буду уточнять. Вроде бы как должны его сегодня запустить. То есть людей? Да, есть у нас три дома без газа. Это Заячий 8А, Панкренковская 8А и Хаткевича 4. Ну, там нам Полтава газ передает, что там будет газа. 30 числа эти все три дома перекрыты, пока неизвестно. Пока они не попадут в те квартиры по стоякам, где у них было обнаружено приборами выток газа, они пока включать не будут. Ну, будем сейчас выходить на Полтава газ, просить, чтобы по возможности вечером выходили, проверяли эти квартиры. Ну это что же, если люди будут пускать, то это газ, это все-таки действительно серьезная проблема, поэтому. Ну да, может быть большой-большой взрыв. Да, да. Сейчас на связи с полицией, на связи с троллейбусным управлением, то есть мониторим ситуацию по дорогам. Сегодня... Чтобы не было, как в том году толкали троллейбус? Да, 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 надеемся, что не будет. Вот, а чтобы не толкать троллейбус, водители, пожалуйста, не оставляйте припаркованные вдоль дороги свои автомобили. Тогда службы не могут нормально работать и очищать дороги. А это же вам тоже надо, прежде всего. Вот. Если все, Сереж, тогда все. Спасибо вам. С наступающими выходными. Надеюсь, что они будут спокойные. Я думаю, что выходные будут, но будем все-таки надеяться. Ну да, будем надеяться, что снег не помешает, наоборот, порадует только. Спасибо. До свидания.